Звание «Город трудовой доблести» присвоил Каспийску 15 ноября своим указом президент Российской Федерации Владимир Путин. Вместе с этим почетное звание получили еще 8 российских городов. Титул был учрежден федеральным законом от 1 марта 2020 года и присваивается городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Прежде всего, конечно же, заслуга по присуждению этого звания, она лежит на рядовых каспичанах, на людях, которые трудились за станками, ковали, скажем так, в тылу нашу победу. Конечно, за этим стоит отметить, что стоит очень трудоемкая, кропотливая работа, прежде всего, и городского собрания депутатов, конкретно Абдулхи Джаватовича Джаватова, председателя горсобрания, главы нашего города Бориса Ивановича Гонцова, парламента республики, ну и, конечно же, администрации главы и правительства. Как отметил Чупанов, труд рабочих завода «Дагдизель» в военные годы внес весомый вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Отметим, что присвоение почетного звания Каспийску совпало с рядом других знаменательных событий для города. Присуждение этого звания, оно совпало именно в этом году, тогда, когда наш город отмечает 75-летний юбилей, тогда, когда Каспийская флотилия отмечает 300-летие, которое базируется у нас в городе, и плюс ко всему тот самый завод «Дагдизель» в цехах и за станками которого трудились каспичане сегодня в этом году празднует свое 90-летие. Каспийск является одним из самых стремительно развивающихся городов Северного Кавказа. Некогда рабочий поселок, сейчас центр притяжения туризма в Дагестане, центр Каспийской флотилии. А «Дагдизель» и сегодня остается лидером среди оборонных предприятий на Северном Кавказе.